fighting, so let's welcome first team Signature PB. Аплодисменты! And their opponents from Russia, respect! Давайте еще раз поприветствуем команды, настроим их на правильную игру. And I hope the crowd will support both teams. Now, guys, you can shake your hands and take your seats. Good luck to both teams, and let's go back to our casters. Ну что ж, друзья, последний, 10-й матч первого игрового дня, самый важный и очень интригующий, действительно, все на кону. От начала и до конца, с первой секунды до последней, будет жарко. Кван Ичеев у микрофона. Снова всем привет, дорогие друзья. Давайте поддержим наш коллектив. Ребята очень сильно волнуются, но эта встреча будет нереально жесткой. Зал... Топят все, конечно, за респект. Действительно, эти парни сегодня высоко взлетали, обидно проигрывали, но здесь и сейчас против, казалось бы, непобедимых тайцев, возможно, нас ждет сенсация. Но я думаю, все-таки к этой встрече ребята готовились очень долго. И здесь как раз-таки мы должны с вами встретить именно те заготовки, которых не видели ранее вообще никогда. Ни на квалификациях, ни в сегодняшних играх. Я думаю, сейчас парни будут биться просто не на жизнь, а на смерть. Но опять же, тайцы очень серьезный коллектив. Опасные ребята стреляют очень агрессивно, а им у всех на высоте, тимплей на уровне. Так что сегодня, мы надеемся, будет жесткая заруба. Ну и, собственно, будем топить далее за наш коллектив. Парни сейчас обсуждают какие-то моменты. Так что будем ждать старта игры. Да, команда «Респект» заранее прекрасно осознавала, с кем будет последний бой, готовились, действительно провели, наверное, полтора часа только в обсуждениях, что делать, в каком раунде, как играют тайцы. По крайней мере, в плане психологии у «Респект» все замечательно. Что покажут тайцы, непонятно. У них пока 100% винрейт, для них эта игра вроде бы ничего не решает, но все-таки пройти 4-0, я думаю, им хочется. Ну, конечно, конечно, побеждать в любом случае всем охота, но, опять же, расслабятся ли они сейчас, с учетом того, что так легко прошли всех своих оппонентов, или же все-таки будут отыгрывать все так же первым номером? Посмотрим. Сложно предугадать. Действительно, тут уже пик концентрации. Нужно иметь стальные нервы и показывать свой максимум в каждом раунде. Стоит подметить также параллельный поединок. Бразилия играет против Турции, потому что не только команда «Респект» тут претендует на второе место в группе «Б». Каждый раунд в каждом матчапе очень важен. Кричалочки, круги, силы — все есть. И у «Респект», и у «Сигнатур». Так, ну что, вроде как готовы наши команды, обсудили все, что требуется, и сейчас сразу же в бой уничтожать своих соперников. Но будет ли легко, сейчас мы с вами посмотрим. И сразу же давайте посмотрим за тактикой, вообще что у нас будет происходить. Мне очень интересно, что здесь будут нам показывать тайцы и как вообще будут действовать ребята из команды «Респект». Респект, открою тайну для зрителей в зале, для всех, кто смотрит Twitch-трансляцию. Тренировались несколько раз команды The Nation на песчаной буре перед началом этого поединка, потому что не только соперник был известен, но и заранее. Вчера вечером карты были расписаны по турам, то есть был известен соперник и карта. Б
были тренировки, были обсуждения. Насколько все это продуктивно прошло, мы узнаем уже совсем скоро. По крайней мере, тренировались и обсуждали 100%, мораль хорошая. Но это тайцы. Это тайцы, которые приехали, я уверен, минимум за топ-2. Ну, посмотрим, как они вообще отыграют. Но я думаю, что здесь тайцы сразу же первым номером не пойдут. Все-таки как-то попытаются отыграть где-то на втором плане. А потом, если уже респекты будут оформлять им проблемы, тогда, возможно, мы увидим полную битву. Ну что, давайте прогружаться потихонечку. Да, видели мы на экранах игроков, что матч начинается. Ох, команде респект, удачи. Первый раунд прямо здесь. Итак, погнали на позиции длины. Сразу же атака пошла именно под эту позицию. Откид ХАЕ должен производиться под Б-сайт. Сразу же с гранат начинает как одна команда, так и вторая. Пока что что? Это массовое убийство. По-моему, не только команда респект готовилась под соперника, но и тайцы что-то придумали экстраординарное. Двоих потеряли, но все-таки вроде бы под базу Б прошли. Но там сейчас будут закрывать со всех сторон. Пока что этот раунд явно не удается для команды Респект. Лос остается один. Да, конечно, Лос очень агрессивный игрок. У него хороший аим, но один против четверых. Плюсом это тайцы. Будет очень и очень сложно. Но будем надеяться, что все-таки наши команды как-то скооперируются. Но нет, нет, Лоса здесь минусует. Это все-таки первый раунд у тайцев. Смотрим дальше. Был план на этот раунд, я бы сказал, такая позиционная война прокидов. Была в районе длины, не знаю, хаешек 6, может даже больше откидывали как респект, так и команда из Таиланда. Ну вот, наверное, массовое убийство тут и зарешало в первом раунде. Ну да, здесь сразу же атака остановилась, плюсом полетели уже под позиции беты, там заперли их со всех сторон. Ну что ж, давайте посмотрим этот раунд. В этот раз респекты на агрессии не отыгрывают и начинаются опенфрага. Неплохо. Поджимается у нас также площадь, но будут ли аркадить далее тэспаун, пока что остается под вопросом. В большинстве, в очень даже неплохом преимуществе респект, осталось только 3 представителя дефенза, но как они дефят длину, как просто тайские тигры до самого последнего хп. Так, 2 в 2. Но здесь УАшки опять же будут запирать бэплэнд и сразу же могут возникнуть проблемы, так как один из игроков... Запустил на А, вот это лол. А там же где-то в кафе, да, вот как раз таки в кафе у нас находится снайпер, я думаю, должны контрить как-то асайд. Слышал, серьезно! Ой-ой-ой. Как же тонко прочувствовал игру снайпер из Таиланда, ну и последний выживший, Лос. Поставил бомбу, нужно брать клатч. Знает. Опять лос, кстати, заметь. Последний герой команды Респект пытается сделать первый минус, понимая, что АВП так быстро не прооркадит. М200, конечно. Ну что, они душат? Они морально уничтожают. Они сейчас, скорее всего, сразу же фастом через мидл, но тут УАшки в упоре. Ай-яй-яй, фазум! Но это 2-0 пока что. Реалити на грани фантастики на самом деле отыгрывается своим снайперским девайсом. 2 в 2. А какие энтрикиллы были у Респект? Казалось, вот он раунд, но тайцы сильны. Здесь уже просто зал топит за Респектов. Ну что, Респекты, поехали. Третий раунд. Здесь уже нельзя сдаваться. Надо по-любому забирать этот раунд. Аркада в тяжку, есть минус. Моментальный размен. Снайпер очень мобилен. У тайцев, конечно же, очень агрессивно отыгрывает. Также занимается у нас площадь. И пока что Респекты на агрессии не пытаются играть. Сверхагрессивное начало раунда. И как он попадает в реалити, по-моему, словил какой-то кураж. По последним двум раундам опи с ножом. Да как же так неосторожно. Опять же, выпускает все-таки на лонг, есть минус, есть размен, но здесь уже есть информация. Также по позициям длины все-таки есть минус. Ну и здесь редовый ферст у нас остается. И, конечно, это огромнейшая проблема, один против двоих. Но снайпер, конечно, тут показывает какие-то нереальные минуса. Просто экшен. Надо как-то этого снайпера контрить. 3 фрага за раунд, это показатель на грани фантастики на самом-то деле. 8 убийств у него уже на старте карты. Хаешка под ноги Опи вновь не везет этому парню. Второй минус тоже для тайской пятерки. Ну и тут нужны размены, но их нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну здесь просто начали косить полностью у нас площадь. И снайпер. Что творят сегодня снайпера?
Просто сколько раз мы смотрели за ребятами, просто два раза нам попадаются снайпера, которые нереально мобильны. И сейчас респекты действительно не знают, что делать. Четыре раунда уже сдали. Если я не ошибаюсь, у реалити все еще ноль смертей. Это какой-то тайский терминатор. Ну что же, на грани действительно фиаско в первой половине респект. Нужно начинать хоть какие-то раунды набирать. Но попытаются, скорее всего, как-то зарашить сейчас лонг, далее пройти на позиции Б-сайта. Но пока что все остается под вопросом. Вроде как смог положили, осколочные откинули, но почему-то отступают назад. Пошла перестрелка под площадью, одно за другим увольняет. Ребята, да что это такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь снайпер опять начинает задавать жару под позициями. Меда есть, хэдшот, отлично. Тео! Жизненно необходимо забрать еще одного соперника. Есть полная информация, куча времени, и просто попади в голову. Ай, 13-й фраг, да ладно! Жесть какую-то творит все-таки у нас снайпер команды Таиланда. Но это, конечно, жесть. Здесь уже просто начинают разбирать на раз-два, 5-0, первая половина. Это огромные проблемы, но... Я надеюсь, что все-таки сейчас ребята ни в коем случае не поддаются эмоциям. Я вижу то, что какие-то обсуждения проводят. Так что следующая смена сторон у нас должна быть просто какой-то нереально жесткой. Мне кажется, мы закрыты увидим от респектов. Я не знаю даже, что посоветовать парням. Действительно, очень тяжело. Очень тяжело. Реалити со своим М200 не пропускал. И длину убивал, и центр карты. Капитан, кстати, команды Сигнатур, 20-летний. Игрок. И координирует, и убивает. Слишком опасен, как реалити у нас. Ну, давайте посмотрим сейчас за респектами. Да, здесь агрессии как таковой у нас не наблюдается. И опять же заход у нас под позиции Б-сайта. Начинаем с опыт врага. Моментальный размен. Отлично. Законтрили Б-сайт. Остается один игрок. Надо моментально его минусить. Есть размен. Отлично. Далее атака на Б-плейн. Стягивается туда хелпа, но пески, ребята. Это экшен. Сзади наступают. Засейвил своего тиммейта. Молодцом. Но все еще жив реалити. Кстати, в атаке играет вместе с Аугом. Первый раунд. Отлично. Почувствовали своего соперника, но, собственно, закрытая буря в пустыне. Это очень сложная тактика. И против нее отыгрывать тоже нереально сложно. Но тайцы тоже непростые, ребята. На самом деле зарешал Тео. Вот эти два фрага, которые он дал на заходе, сбили темп тайцам, и все получилось как нельзя лучше. Но обратите внимание, моментально поменяли вектор атаки и пошли под точку А. Но здесь опять же пропускает мид, вообще никак он не контрится. Есть размены, хорошо! Молодцы, парни! Просто знают уже о своем сопернике то, что это кишка, но на рожон лезть и нельзя. Великолепно на самом деле настреливают респект. Возможно, стоило начинать в дефензе. Ой-ой-ой, там пятишка чуть руку не отбил, по-моему, только что тиммейту. Молодцы, в том же духе надо держать. Но тайцы очень агрессивны. Они, видишь, пока что пользуются вообще примитивной стратой. Сначала под одну точку фастанули, потом под вторую. Ну это правильно, с таким преимуществом 5-0 попытаться просто нахрапом, на характере, на уверенности задавить уже шестой раунд. Но респект выдержали сразу два удара по разным плентам. Ну и довольно логичный медленный выход от тайцев. Но я думаю, все-таки то, что сейчас тайцы начинают медлить немного под позициями, вообще никак команду Респект не должно выбивать из колеи. Парни прекрасно знают свое дело, и они прекрасно понимают то, что сейчас им нужно сидеть просто до талого, никаких выпадов, никакой агрессии. Но вот здесь, кстати, под кишкой, возможно, сейчас будет канонада. Самое главное, хоть какую-то информацию собрать команде Респект, потому что тайцы вообще не палятся. Но мидл уже прошли. Да, мидл под контролем атаки. Сложно. Сейчас, скорее всего, будет фейк под базой Б, и после этого начнется смещение ВА. Лос наступает на хаешку. Но здесь должны размениваться все-таки как-то. Ребята, но заход в альфу опять имеется. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас респектом нужно тащить. Отлично, есть минус от Тео. Но смогут ли дотащить далее 2 в 4? Это, конечно, не самая лучшая ситуация. Но смотрим, что здесь будет. Как коварно, свит в спине. Ну, тут вообще не читается этот игрок. Опи был боком. И шестой раунд для тайцев. Но здесь, конечно, огромная проблема сейчас у респектов. Надо дожимать. Надо дожимать вот в любом случае.
Как-то так, дорогие друзья, заканчивается вся эта история. Раунды уже ничего абсолютно не решают, поэтому респект, просто вышли, но никто не встает. Возможно, проблемы какие-то технического характера. Ну, посмотрим. Посмотрим. Возможно, сейчас ведется какое-то обсуждение у ребят из команды Respect, что им нужно дальше сделать. Да, возвращаются в игру. Ну, тайцы расслаблены, свои 6 они выиграли. Ну, тайцы, конечно, очень агрессивно отыграли первую половину. На второй половине уже просто малейшая ошибка стоит раунда. А этот раунд огромные проблемы приносит респектам. Но посмотрим, что в этом раунде будет. Так, пока, ну, более открытый дефенс. Мы видим, под верхним кафе стоит лосс. Самое главное, под нижним, не словить хаешку. Как это было в одном из предыдущих раундов. Entry kill по Тео. Размена пока нет. Но здесь, опять же, вот эта агрессия не обернулась удачей, да, моментальный опенфраг. И я думаю, сейчас просто будут закрываться, но здесь уже под длиной трое игроков команды Таиланда. Есть хедшот, отлично, но должны сейчас пойти размены, но там также перетяжка пошла уже под позиции Бэплента, и тайцы это прекрасно понимают. Так, есть хелпа. Видел, по-моему, реалити кусочек текстуры своего оппонента и может обойти в спину. Выход, да, начекал. Начекал левый угол. Еще и Плент убил. Но здесь очень агрессивно, просто машиной прут вперед. Ну что ж, остается лосс. Пытался законтрить своего соперника на песках, но не реалити, по-моему, родился на этой карте. Он как рыба в воде себя чувствует, прокрался в спину. Ну вот тютелька в тютельку. Полсекунды он бы не заметил оппонента. Но нет, все складывается очень удачно для сигнатур. Так, ну что, продолжаем в атаке. Пока что атаку начинают очень аккуратно, и здесь респекты у нас принимают решение все-таки показать агрессию в этом раунде, но агрессия опять же не увенчалась удачей, залетает open frag. И пока что проблемы, причем огромные, откид хае под позицией площади у нас производится. И давайте посмотрим сразу же, что здесь будет под позициями песков. Запустят ли на эту точку или нет, но все-таки занимается у нас Бэплент, и здесь ребята должны разбирать своих соперников. Ну что ж, Опи. Есть информация по Б-сайту, 100% здоровья, но здесь фугас уже установлен, и... Опи, отличная позиция, видит первого, срезал, попытка дефа, нет, видит второго, пытается заимить, нужно подергать, наверное, на бомбу, услышал? Нет, слишком много оппонентов. Так, пришла информация, Бразилия обыграла Турцию, и получается у нас... У трех команд по 6 очков. Нужно просто повыигрывать раундов сейчас команде Respect. Ну, конечно, это будет сделать очень сложно. Очень сложно забирать очки. Но вроде как ребята у нас вступают в игру. Начинается open фрага, далее моментальные размены. Отпускают инициативу на площади. И здесь контрится лонг. Ай-яй-яй. Неплохая попытка обойти в спину от команды Respect. Но она очень жестко пресекается. Тео в паре с тиммейтом. Мидл пал, Тео последний, 1 в 3. Неплохо, нужно убить игрока в центре. Тео давит. Надо его убить. Тео не просто так можно убить. Мы все с вами помним, как Тео и 1 в 5 умудрялся тащить раунды. Ну вот он игрока в центре оставил, теперь постоянно вынужден оборачиваться в поисках второго соперника. Как надежно играют тайцы. Поставил бомбу, ушел, все. Где его искать, куда смотреть, непонятно. Мне кажется, сейчас будет просто дергать уже потихоньку на таймер. Да, пошел демаш, есть информация, то, что это кишка. Но сейчас будут просто разводить на таймер. Там таец ножом, он даже не пытается стреляться. Ой-ой-ой! Еще нужен такой же хедшотик. Пошел! Ай-яй-яй-яй-яй, не зарезал. Да, время уже не было на дефьюз бомбы, но... Попытка зачетная. Nice try. Ну, постарался, конечно, на славу, но, тем не менее, счет тоже 9-2. Да, цифры на табло говорят сами за себя. Действительно, команда из Таиланда подготовилась очень хорошо к этому турниру. Ну, я не знаю, в принципе, вроде готовились у нас респекты. Что, на твой взгляд, пошло сейчас не так? В первой половине... Реалити просто не контрился. Тут готовься, не готовься, если АВП не промахивается. Не знаю, как вырулить из этой ситуации. Ну, вторую половину сейчас пытаются как-то отыграть, но опять же агрессия. Ой-ой-ой-ой-ой. Ответная М200, вот.
что придумали, респект. Ну, кстати, интересно, почему она в руках Лолипопа? Если честно, ранее этого игрока с девайсом снайперским я никогда не видел. Всегда АУК, это для него присуще. Ну, старые, возможно, супер старые времена он играл с М200. Тут, скорее всего, от позиции зависит. Ну, возможно, но сейчас вдвоем отыгрывают против одного. В принципе, надо забирать уже этот раунд в любом случае. Но если Reality опять же здесь потащит, то тут уже шансов на взятие очков не будет. Хедшот, и это раунд нереальный Reality. Это боженька карты «Песчаная буря». Право, команда из Таиланда, ни одного поражения и выход в полуфинал.